Большие скидки. Самая свежая мята. Покупайте, налетайте, разбирайте. Патроны, свежие патроны. Человек остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется.
следовый, что тут расставляется. Так, на одни патроны. Калаш заряжен. Thank you.
Солдаты Рейха не утешают и не убивают военнопленных. Многие ваши товарищи уже на себе почувствовали наше гуманное обращение. Вступайте в наши ряды и процветайте. Автоматическая винтовка странная херня. Hmm.
Так. Ничего нету. Нет. Нет, разделение приемничего на четвертый рейх. Говорят, война между коммунистами и нацистами продолжается 600 лет. Разные народы, словно одержимые бесами, принимают то одну, то другую сторону, а иной раз как ветро разделяется пополам и ведет духовное уничтожение. Рейх должен быть противоположностью красной линии. Так почему же она так не считает жизнь, погодь, трудовые отряды? Трескучая болтовня политиков и пустые глаза у простых людей. Тут тоже разговаривают лозунгами, и тоже нельзя сомневаться в том, что тебе говорят. Правда, верят это другое, а мол, достаточно будет истребить всех мутантов, чтобы жизнь наладилась. Расовая чистота отступила на второй план, теперь нацисты отстаивают чистоту генетическую. А раз норму здесь определяют политики, в мутанты можно записать любого, кого казнить, а кого миловать, решают штурмовики с автоматами, а со шпионами тут обходятся так же, как на красной линии, так что попались мне никак нельзя. Понятно, порешает. Так. А что, погнали дальше? Что? Ничего нельзя взять. Опа. Нацисты. Прикольно. Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Вот лучше попал в рейх. Попал в плен. Ну, сейчас будет побег. Кого? Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Точно! Ладно, краснопузый, моли Энгельсу! Какие-то спасатели. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Офигенно. У меня сюжет классный в этой игре. Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Спарта, это мои. С ВДНХ. Офигенно. Офигенно, пацаны. Я рад. Я рад видеть вас, друзья. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный.
Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мельнику. Ему все сам расскажешь. Так, двинули к броневику. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, Мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь, а с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черном. Ты там поосторожнее. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам. Незаметно. Веди себя естественно. И, может быть, они не поймут, что произошла замена экипажа. Ну, что поймут, не поймут. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, герр-офицер. Мы на прогулке. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Охренеть. Тяжело управлять. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам!
начало. Враг с левого борта! Самовладеющими ракетами. Стояли, пока не придут. С этим пулеметом пипец как тяжело управлять. Вот он, огонь!
проскочили. Офигеть. Так. Теперь точно приехали. Быстрее, Артём, быстрее! Опа, 150. Нормально. Тихо. Патрончики сгодятся. Так, а это что у нас? Ну это опять пневматика, что ли? После нашего боя с фашистскими дрезинами нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Ну да, что-то там еще скажешь. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно! Пригнись! Дьявол! Понастроили всякой хрени. Гляди в оба, иначе башку снесет. Да уж, жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будет начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тут случай. От парня только сапоги остались. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет! Там кто-то есть! А, сними его, Артём! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Отряд.
нехило. Смерть. Мои попутчики гибнут один за другим, и я ничего не могу сделать, чтобы выручить их. Мне начинает казаться, что они жертвуют собой, чтобы я мог идти дальше. Стою ли я таких жертв? Я сам был готов умереть, чтобы выполнить задание Хантера. Но имею ли я право забирать чужие жизни? Кто мне дал это право? Хантер? Господь Бог? Или я сам его себе присвоил? Не знаю.
это реально так. Все, кто со мной был, все умерли, кроме этого. Фаза. Потому что умный чувак, он остался. Станция Черная. Добраться до станции Черная и найти Ульмана. Сталкеры. Прорваться с Павлом до Черной станции и встретиться. Как я не понимаю, Павел это был, которого тащили. Черти. Может, он сейчас живой где-то. Поэтому не надо назад еще. Не, ну я достаточно много пролетел на этой вагонетке своей. После смерти Павла я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Черт, ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Друзья, вы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Знаете, я уже очень любят.
нам конец. Бодрячком, пацанчики. Бодрячком. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощад никто не желает. Пощад никто не желает. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить Полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с Полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. Давай, дядь. Это ж пулемет был. Офигеть, я всех замочили. Ну, вообще, прям... Я как мне туда попасть? Так, короче, что надо теперь? Какую-то радиостанцию найти, чтобы установить связь. На полюс, а вот в этот полюс мне как раз и надо. Какие-то записки. На этой станции я почувствовал себя как дома, как на родной ВДНХ. Эти люди, как и мы. Изо всех сил цепляется за свою станцию, за свой простой быт, за свою пропащую подземную жизнь, за тусклое свое будущее. Будто бы оно сулит им спасение. Нет, все, чего они могут добиться, и все, чего можем добиться мы, короткая срочка перед тем, как нас всех окончательно поглотить тьма. И все же, они не опускают руку, мне тоже пора идти, времени все меньше. Ну, да. Мне интересно, что будет в концовке этой игры. Очень прям интересно, что это. Лестница куда? Что-то есть. Это вещи, что-то есть.
разговаривать, новые какие-то. Быстрее носится и меньше. Походу я это зря сделал. Thank you.
Чё, я, наверное, прекращу сейчас стримас. Потому что никто меня не смотрит.